Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана доволен процедурой выдачи разрешений градостроителям. Об этом заявил на брифинге председатель аналитического центра Висал Гассамлы. В Бакинской мэрии он провел встречу с руководителем 30 строительных компаний. Глава структуры также выразил свое удовлетворение тем фактом, что в результате реализуемых госпрограмм упрощен ряд процедур, способствующих эффективной деятельности частных застройщиков. Сегодня в республике техническая экспертиза строительных проектов контролируется по принципу единого окна, осуществляемого службой АСАН. Хал-хазирда Азербайджанда тикинти процедурларынын сайы. На данный момент строительные процедуры в Азербайджане, по данным Doing Business, сокращены в два раза. То есть 20 процедур сведены к минимуму, до 10. И это открывает широкие возможности для частных предпринимателей. Также стоит отметить, что в сфере градостроительства застройщикам оказываются услуги по принципу единого окна. Это позволяет частным предпринимателям подавать обращения онлайн. Все это создает благоприятные условия для их деятельности, а также сокращает до минимума потери времени в связи с процедурами оформления. Тикинти işlerine başlamasına şərait yaradır.